сейчас в обороне ошиблись, в нападении ошиблись, в чужой зоне теряем шайбу. Хорошо, там передача не прошла у канадцев, там она как-то за спину пошла и не получилось. Майк Смит смело так выходит, играет шайбой. Что там было? Касание Куликова, Кулеминым шайбы, и она вылетела за пределы площадки. 2-0 сборная Канады выигрывает, 12-56. Командам играет еще в периоде номер 2. Вот момент у Малкина, да? Да, в ближний угол бросал. Очень хорошо. Все, его позиция. Это его бросок, его точка. А видишь, шайба чуть выше ушла. Ну, вот бывает. О чем мы опять с тобой рассказывали, Володь. Реализация собственных моментов, реализация ошибок, использование, да? Карауль. Сначала подкараулить нужно, а потом использовать ошибку соперника. Вот сейчас 2-1. Правда, хорошо, канадцы ответочку тоже организовали. И тут же они 2-1 убежали. Как так вот можно, а? Вот не опять, успели. Опять, а кому претензии в этой ситуации? К нападающим? Нападающим. Защитник-то успел, а